Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Всем привет, друзья мои! Это видео я снимаю специально для своих рефералов и для будущих рефералов. Видео я решил снять, потому что очень много вопросов по тому, как делать скриншоты. Делать скриншоты на самом деле очень просто. Для скриншотов есть вот такая вот программа. Вот такая вот программа. Ссылочку на эту программу я оставлю под видео. Также под видео будет ссылочка для тех, кто захочет зарегистрироваться. И также вступить в мою команду. Для рефералов я провожу конкурсы. Сейчас давайте мы с вами поговорим, как же все-таки ставить скриншот при выполнении задания. Итак, дорогие друзья, нашел я вот здесь небольшое заданице. Надо сделать что? Подписаться и скинуть ссылку на канал. Но мы сделаем по-другому. Мы сделаем скриншотик канала, что подписаны, и скинем еще и ссылочку на канал. Ну, нажимаем выполнить. Нажали выполнить. Подписались. А теперь показываю вам всем, кто не умеет делать скриншоты. Для скриншотов есть интересная программка. И при выполнении этого задания мы будем ее использовать. После того, как вы установили эту программу, у вас внизу в меню появится вот такое вот перышко. Нажимаем на это перышко, экран темнеет, и мы, зажимая левую кнопку мыши, выделяем нужную нам область, и появляются вот такие два меню. Значит, что есть в этом меню? Есть много всего. Есть карандаш, маркер, можно выделить, можно подчеркнуть, можно даже текст напечатать. Но это все не столь важно. Нам нужно вот это вот облако. Мы нажимаем на него, и у нас появляется вот такая вот ссылочка. Мы копируем эту ссылку и вставляем ее в выполнение заданий. Вот и все. Все просто. Все очень просто. Нужно всего лишь скопировать эту ссылку, которая у вас вот здесь вот появилась, и вставить ее в задание. Вот так вот выполняются задания со скриншотами. Значит, что еще хочу сказать? Ну, еще раз хочу пригласить вас к себе. Еще раз хочу позвать свою команду. Провожу конкурсы. Пока два, поскольку народу мало. Ну, все участвуют, кто хочет выполнять. Также расскажу вам, как покупать рефералов на ярмарке. Могу рассказать по заданиям, какие задания лучше выполнять, какие задания лучше не выполнять. Лучше выполнять задания — это YouTube и клики. За них платят более-менее нормальные деньги, и они не такие сложные. Еще есть задание написать статью. Здесь платят много, но здесь реально надо хорошо уметь печатать и обладать хорошей фантазией. Ну вот, а на сегодня в принципе все. Самое главное мы усвоили, как делать скриншоты. Усвоили, как сделать скриншот. Так что теперь вы знаете, как сделать скриншот. Пишите в комментариях, что вы еще хотите узнать. Сниму еще видео. Планирую снять еще видео по выполнению заданий, но это чуть позже. А на сегодня все. Пока, друзья. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч.